какой поезд в качестве двигателя используют паровые машины? Ты умничка! Конечно же, это паровоз, автономный локомотив с паросиловой установкой. Когда ты захочешь полететь в космос, каким транспортом воспользуешься? Да, ты умничка! Именно на ракете ты сможешь улететь в космос. Начался пожар! Скорее покажи, какую машину вызвать. Конечно же, пожарная машина. Она быстро приедет на вызов. А тушить пожар будут пожарные. Покажи, какой общественный транспорт передвигается по железной дороге. Победа! Трамвай! Он передвигается по железным рельсам. Ой, случилось так, что Петя заболел. Кто же ему поможет? Умничка! Машина скорой помощи. На этом транспорте передвигаются врачи. На каком аппарате ты будешь передвигаться на поверхности другой планеты? Да, точку, планетоход. Он может передвигаться по поверхности других планет. Покажи лишний поезд и объясни, почему он лишний. Молодец! Это поезд метро, а лишний он потому, что передвигается под землей. Ого! А где картинка с МКС и что это такое? Победа! МКС – Международная космическая станция. Прямо сейчас ставь лайк этому видео и подписывайся на канал.